Подранчник крок по кроку, поем А1, лекция 24. Як че видзом, так че пишем Як че видзом, как тебя видят, так че пишем так тебя пишут, так тебя описывают. Зачнем от новых сувок. Стрижение, стрижка. Позволить, позволить себе на, позволить, разрешить себе выгляд, внешний, внешний вид, часть части тела, часть А у фризеры, у парикмахера. Для начала рассмотрим картиночку с левой стороны. Фризер дамско-менский шик и шок, парикмахер женско-мужской шик и шок пани, то есть женщины, пани, една пани, пани, килька, несколько. Стрижение. Стрижка. Волосы крутки, 99 злотых. Короткие волосы 99 злотых, волосы дуги 120 злотых, длинные волосы 120 злотых. Мыча плюс массаж 50 злотых, Моделирование 80 злотых. Колоризация 180 злотых. Мытье плюс массаж 50 злотых. Моделирование или укладка 80 злотых. Колоризация. Колористика или покраска 180 злотых. И прочитаем диалог номер 1. Каролина. Хотела бы мне что-то на весну. Мама говорит. Женовая фризура завши поправя хумор. А фризура изменить латвей. Хотела бы что-то изменить на весну. Мама говорит, что новая прическа всегда улучшает настроение. А прическу изменить найлатвей само просто. И наибезпечней. Волосы шибко росну. И самобезопасно. безопасно. Волосы быстро растут. Але тут дорого, дороже, ніж в Лондоне. Ох, ну тут и дорого, дороже, чем в Лондоне. Але, МОЖЕ ОРИГИНАЛЬНЫЙ, Помнишь, твои лондонские КОЛЛЕЖАНКИ выглядали идентично? Спробуем Ну, может, оригинальней? Помнишь, твои лондонские подруги выглядели одинаково? Пробуем? Раз Коже шмерч». Такое интересное выражение раз «раскожи шмерч» а, обозначает «эх, была не была, один раз живем». Шветнем, идем и далее. Чвичение первое. Теж диалог. Прочитаем и претумачим. День добрый. Чи можем умовить до фрезьера? Добрый день. Можем ли мы записаться к парикмахеру? А что будем делать? Стрижение? Колор? А что будем делать? Срижку? Цвет? Ну, покраска? Я хотела бы что-то изменить, али не радикальное. Я хотела бы что-то изменить, но не радикально. Отшвежить фрезуры на весны, разуме пани. Освежить прическу к весне, понимает пани? Отшвежить, конечно. Пан Оло Бенджи зараз вольный, Почека пани Квадранс. Пан Оло сейчас будет свободен. Сейчас освободится, скоро освободится. Подождет пани Квадранс 15 минут. Так, по углондам в тем чаще каталоги. А мои коллежанки? Да, я просматриваю в это время каталоги, а мои подруги? Моем пани Шченщича. Пани Боженко не матерес клиентов. А у пани Грожинки кто-ч влачне отвол визиты. Запрашиваем. Маю имеют пани счастье. Вам повезло, имеется в виду. У пани Боженки сейчас нет клиентов. А у пани Грожинки кто-то сейчас отменил визит. Приглашаю. Отволал, отменил. Отволочь, отменять. Чветне. Идем и далее. И перед нами три диалога. Девушки, которые пришли к парикмахеру, стригутся. Почитаем их диалоги. Начнем по порядочку с первого диалога. Хотела бы только подчёнь концовки, сом але максимальный сантиметр. Я хотела бы только подрезать кончики. Они знищённые, уничтожены, ну испортились но максимально один сантиметр. Может дуже с пшоду, а круче с тылу бендом щелепи укладач. И пшедявок сбоку. Может длиннее спереди и короче сзади будут лучше укладываться. И пробор сбоку. Добже. И может сощ пан с с колором. Хорошо, и может быть пан что-то сделает с цветом. Ма пани тенки волосы, сугаруи ясны пасемка. и проши уживач отживки. Хм, у пани тонкие волосы. Я предлагаю светлые оттенки, и, пожалуйста, используйте кондиционер. Глагол сугаровоч переводится как «намекать», «подсказывать», «советовать», «предлагать», что-то в этом роде. Поэтому он говорит сугерурия. но ну, я вам подскажу ясные какие-то там основные тона, светлые. Окей, okay. переходим ко второму диалогу. Пенькный колор, натуральный, красивый цвет, натуральный. Так, нигде не фарбувал вам волосов. Да, я никогда не красила волосы. Сом грубы и генсты. Могу позволить себе на цочь шалонегом. Они, имеется в виду волосы, толстые и густые. Могу позволить себе что-то сумасшедшее. То может трвало, бенди пани выглядеть боско. То может трвало, тогда может быть трвало типа завивка. Будет пани выглядеть божественно. Локи ала афро. Хм, для чего не? Завши живем о бардзо кренцонных волосах. Локоны а афро? Хм, почему бы и нет? Я всегда мечтала о очень закрученных волосах, о очень кучерявых волосах, о кудряшках, одним словом. И переходим к диалогу номер три. Прошу обчонч накрутку, хочу выглядеть моднее и новочечнее. Пожалуйста, постриждите меня коротко, хочу выглядеть модно и современно. Ма так такие пенькне волосы, дуги и просты, шкода от птиночь. У пани такие красивые волосы, длинные, прямые, жалко резать. Но то може пшинаем ней цой с гживком? Ну тогда может быть хотя бы что-нибудь с челкой? Хотела бы асимметричном, хотела бы асимметричную. О так, и може изменимые фрызуры. Ну да, и может изменим прическу. У Чеше панем в кок, Бенджи пани выглядоч как японка. У чеши причешу, расчешу, то есть сделаю прическу, уложу волосы в пучок, и будет пани выглядеть как японка. Ну, собственно, маме и есть японка, поэтому на картинках, видимо, такая не сильно довольная. Окей, идем и чем мы далее. Наступное ćвичение номер два. Прошу поончить антонимы, чили противоположности. Волосы могут быть, волосы могут быть. Ясные, темные, светлые, темные. Простые, кранцоны, прямые и в кучеряшечке. Дуги, круткие. длинные, короткие. Жадкие, гэнстые, редкие, густые. Ченки, грубые, тонкие, толстые. И упражнение номер три. Волосы могут быть, волосы могут быть, но уже какого цвета? Блондин, блондинка. Блондин, блондинка. Шатын, шатынка. Шатен, шатенка. Брунет, брюнетка. Брюнет, брюнетка. Дальше, ниже видим чарное, черное, блонд, блондин, руде, рыжие, сивое. седые, ФАРБУВАНЫ покрашенные. Добре. Наступное упражнение номер 4. Мы видим фотографии, видим название слова. Давайте посмотрим на фотографии, прочтем, как это называется. Номер девять, посемка. Блики, оттенки какие-то. Номер два, локи, локоны, кудри. Номер шесть щетка, расческа, щетка, номер семь, отживка, кондиционер, либо какое-то питательное средство для волос, номер пять, ножички, ножницы, номер один, гживка, челка, номер десять, сушарка, фен, номер восемь, гжебень, расческа, гребень, номер четыре, кок, пучок, и номер три. Пшедялок. Пробор. Ну что, девочки, запоминаем новые слова. И все вместе идем дальше. Упражнение номер пять. В этом упражнении нужно соединить слова с описанием. По порядочку пойдем. Номер один. Фарбовач, уфарбовоч. Красить, покрасить. То значит, изменить колор, изменить цвет. Номер два. Подчиноч, подчонч подрезать, подрезать, то значит скручить только трохи самой концовки. Это значит, что сократить только немного, укоротить только немного самые кончики. Номер три. Обчинач, обчонч. Обрезать, обрезать. То значит барду скрутить, очень укоротить. Номер четыре. Укладать, уложить. Укладывать, уложить то значит формовать, штаттовочь, моделиовочь, ну то есть придать форму, укладочку сделать. номер пять уживоч, ужич, использовать и использовать только уживач. использовать незавершенный момент, а ужич уже как бы использовать и завершить это действие. и то значит стосовоч брать, применить, взять, ну брать, применять. номер шесть зменяще, зменяще, изменяться, измениться. И то значит быть иным, ниже в чешней, быть другим, чем раньше. Номер семь. Роснонч, уроснонч, расти, вырасти. То значит повеньшаще, выдужаще, увеличиваться, удлиняться. Номер восемь. Чесач, учесач, расчесывать, и уже расчесать, то значит, зробить фразуры, сделать прическу. Номер девять, трвала, переводится как ну что-то прочное, и то значит, перманентные локи, кудри, которые долго держатся, завивка. Номер десять, снешченное, то значит, старые, бжиткие, снешченные, поврежденные, старые, некрасивые раз козе смерч, раз козе смерть, если дословно перевести, то значит рызыковач. Эх, была не была, то есть рисковать. Раз козе смерч, то значит, когда мы рискуем. Эх, была не была. Но цуж, проходим мы до наступной части. Б. Выгляд завненчный. Внешний вид. И давайте прочтем, кто как выглядит. Мами как типовая японка, мачемные, скучные очи, маме как типичная японка имеет темные, раскосые глаза, ей тваж ест овальна. ее лицо овальное, мавонское уста и трохи задарте нос. У нее узкие губы и немного вздернутый нос, есть трохи защупло, так муви понимай, она немного чересчур худая. Так говорит Понимай. Май. Маме ест часом не шмяуа, венцхова гове в рамена. Маме иногда не смелая, поэтому прячет голову в плечи. Ей урода ест бардзу оригинально. Ее красота очень оригинальная. Настемпны хавьер. Следующий хавьер. Хавьер ест шреднего взросту. Хавьер среднего роста. Ест щупы, он худой. мапивные очи и широкие чарные брови. У него карие глаза и широкие черные брови. Носи броды и вонсы. Он носит бороду и усы. На шее часто вёнже фантазийный шалик на шее часто завязывает фантазы, ну такой фантастический шарфик. Ест барзо, еще может быть модный фантазийный, фантастически модный шарфик. Ест барзо задоволенный за своего выгляду, но может только тен взрост. Он очень доволен тем, как он выглядит, но может быть только этот рост. Следующий увы. Увы не ест щупы. Але теж не езд груб Ч от тылы, попросту мамотномбудовый чао. Увы не худой, но также он и не толстый или от не тучный. Просто у него у него крепкое телосложение. Ма квадратовом броде и дужеже нос. у него квадратная борода, квадратная форма борода и большой нос. Кеды был малый, мяу с по воду комплексы. Когда он был маленький, по этому поводу он комплексовал. Завших чау выглядеть, як американский актор. Венц от велю лат носит дуги волосы. Он всегда хотел выглядеть как американский актер, поэтому уже много лет он носит длинные волосы. По ма высокие чоо, его жена уважа, же то не выглядит добже. У него высокий лоб, и его жена считает, что это не выглядит хорошо. Увы, наибардие боище, же Бенди лысый. Больше всего, Увы, боится, что когда-нибудь он станет лысый. И последнее у нас Анжела. Анжела ест барду аттракцийно, ладно и сграбно. Анжела очень привлекательная, красивая и стройная. У нее голубые глаза и очень длинные ресницы, которые она ежедневно красит в черный цвет. От часу до часу носит в ушах кольчики, завшие допасованы до убрания. Время от времени она носит в ушах серьги, всегда которые подходят к ее одежде. Анжела боище староще, то дене в люстше и шука змарщик. Анжела боится старости. Ежедневно она смотрится в зеркало и ищет морщинки. Кеды было мало, мяло Пеги. Когда она была маленькая, у нее были веснушки. Окей, поняла. идем мы далее. Чвичание номер два. Проши подписать рисунок. Нам надо подписать рисунок, то есть вот у нас перед нами голова, и нам надо подписать, как называется та или иная часть у нас на голове. Пойдем сверху. Волосы, волосы. ЧОЛО, лоб. Брви, брови. Око, очи. Глаз, глаза. И давайте скажем тоже одна бровь и две брови, да, как бы. Брев, брви, бровь, брови. Око, очи. Змаршчка, морщинка. Ухо, уши. Ухо, уши. Нос, нос. Зембы, зубы, один зуб, зомб, зомб, зембы, зуб, зубы, уста, уста рот. И можем еще сказать губа, губы, варга, варги, брода, борода. Все вместе называется тваж. Правее видим написано. Лицо, тваж, она моя. Роды женские, тваж, лицо, шия, шея. Итак, с головой разобрались, и можем идти дальше в упражнение. Номер четыре. Что не пасуе и для чего? Что не подходит и почему? Очи, глаза. Какие могут быть глаза? Очи. ЧЕМНЫЕ, темные. Чарные, черные. Скошные, раскосые. Высокие, но не высокие глаза. Нет. Фигура, фигура. Он ест щупы, он худой худы и грубы, худой и толстый, шредни, средний по фигуре, но нет. Брви, брови, вонские, чарные, широкие, узкие, черные, широкие, сграбные, стройные брови, нет. Чоло, лоб, чоло, высокие, низкие, высокий лоб, низкий лоб. Уста, пелные, вонские, малые, Полные, узкие, маленький рот. Очи, глаза. Еще раз очи, еще раз глаза. Пивные, небеские, шары. Пивные, карие, небески синие, шары, серые. Нос. Может быть задарты, просты, дужи. Немного такой приподнятый задарты, прямой, большой. Тваж, лицо. Тваж яка, милая, мило, пигувато. Лицо может быть круглое, милое и в веснушках. Окей, okay, добре. В Упражнение номер три. Нам предлагают описать этих особ, Анжелу и Тома. Начнем с Анжелы. Анжела ест барду аттракцина, ладна и щупла. Ест высоко, мадуги, ясные волосы, небески очи. Мадуги, темные, женсы и ладные брви. Том. Том ест высокие щупы, Мачемные волосы и носит окуляры. Ест шестойным мужчином, мащупом тваж, менский нос и милый усмех. Про Анжелу мы уже знаем, поэтому переведем Тома. Том высокий и худой. У него темные волосы, он носит очки. Он красивый мужчина, у него такое худое лицо, мужской нос и милая улыбка, приятная улыбка. И сонце же надиш вы старше. Я думаю, что на сегодня достаточно. Услышим еще в в другий часть. Услышимся уже скоро во второй части 24 урока. До услышения, до забачения.